Лариса Васильевна Загвоздева, заточница ОЭФСИ, почетный машиностроитель, также награждается у нас благодарственным письмом муниципального совета и местной администрации. День оружейника отпраздновали в курортном районе. Торжественный митинг, посвященный празднику, прошел в технологическом колледже имени Сергея Ивановича Мосина в Сестрорецке. Слава Богу, что живы еще сегодня наши люди, которые работали на заводе не один год. Это ведь целое поколение. А ведь я помню хорошо 40 лет назад, когда я работал в ДОСАФ, еще только прошел с вооруженных сил, помню, по-моему, поправьте, то ли 4 тысячи или около 5 тысяч было рабочих вообще на заводе. 4,5 тысячи. Спасибо, Николай. Вот я хочу сказать, вот такого не было вообще в нашем Сестрорецком районе тогда. Это был у нас завод Воскова, имени Воскова, знаменитого человека. От имени администрации курортного района, муниципального совета города Сестрорецка, нашего курортного местного районного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» поздравить вас с Днем оружейника. Мы, жители Сестрорецка, гордимся славной историей нашего города. История очень разнообразная. Она связана и со спортом, она связана с культурой, с великими художниками, с великими изобретателями. И, конечно же, история нашего города связана с оружейниками. С праздником вас, дорогие друзья! В этот день в стенах колледжа собрались ветераны, представители рабочих заводских династий, студенты лицея и жители города. Для Сестрорецка этот праздник один из важных. В 1714 году по велению Петра I город был основан как центр оружейного производства на северо-западе российского государства. История нашего города тесно связана с судьбами изобретателя знаменитой винтовки Сергея Ивановича Мосина, а также многих известных конструкторов отечественного автоматического оружия. Жители Сестрорецка, оружейники, поздравляю вас, во-первых, с праздником, дорогие. Это очень важный праздник для нас, особенно для нашего музейного комплекса в Разливе, поскольку мы были созданы оружейником, рабочим Сестрорецкого оружейного завода. И наша деятельность выставочная, экспозиционная, экскурсии. Наш музейный комплекс посещает 60 тысяч человек в год. Мы рассказываем людям, которые приезжают в наш район, о наших прекрасных местах и архитектурных памятников. В Сестрорецке работали и жили очень многие известные оружейники, конструкторы, всем известные фамилии Токарев, Федоров, Дегтярев, Ансус и другие. Фамилии многих из них сегодня носят улицы нашего города. Сегодня большие события проходят в Ижевске, в Туле. И очень важно, что сегодня здесь ветераны, представители муниципальной власти, учащиеся, студенты, в едином порыве вспоминаем и чтим наших оружейников, инструментальщиков, мастеров. В Сестрорецке помимо оружия выпускали и много различной другой продукции, будь то монеты, будь то какие-то изделия из металла, ограды, которые украшают наш город и в настоящее время. Еще раз всех с праздником. Спасибо. Сегодня энтузиасты исследуют историю завода, по крупицам собирают документы и артефакты, проводят субботники и экскурсии по местам Мосина. После торжественного митинга участники смогли посетить небольшую выставку.